Всем привет! Вы на канале Ростиксона. Не так давно CoinBSV уже залетелся на Binance. Именно об этом будет идти речь в данном видео. На YouTube-канале уже есть обзорный ролик про BSwap. В этом ролике мы разобрали все возможности сайта. Сегодня же вы узнаете немного о коине BSV и о изменениях в связи с листингом на Binance. Если вы заметите какую-либо неточность, то сразу же напишите в комментариях. А перед этим подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона, там много всего интересного. Итак, давайте начнем. BSwap — это децентрализованная биржа, DEX, разработанная на BNB Chain. BSwap предлагает низкие комиссии за транзакции и децентрализованное GameFi приложение. Часть доходов BSwap будет использоваться для выкупа и сжигания нативного токена управления BSV. BSV — это управляющий токен биржи с общим количеством 700 миллионов. 600 миллионов BSV распределяются следующим образом. Фермы или стартовые пулы составляют 80,7%. Реферальная программа 4,3%. Фонд экстренного страхования для всех пользователей 1%. Команда проекта 9%. Инвестиционный фонд 5%. Остальные 100 миллионов BSV разделены 70 на 30 между NFT, GameFi, стратегическим партнерством 70% и майнингом с комиссией за транзакцию 30%. Кроме того, BSwap реализует несколько дефляционных механизмов, таких как сжигание 50% комиссий за транзакции, 13% лотерейных билетов, 10% выручки от продаж и 10% новых NFT. CoinMarketCap говорит, что уже более 280 миллионов токенов сейчас крутится в публичном пространстве, а также более 30 миллионов токенов уже сожжены. Листинг на Binance могут пройти не все токены. Во-первых, команда биржи проверяет проект на безопасность, потенциал и много еще других факторов. Но, конечно, основным фактором отбора является популярность. BSV залистился на Binance 22 марта 2022 года. В то же время рыночная капитализация BSwap значительно увеличилась с 68 миллионов долларов до 260 миллионов долларов по CoinMarketCap. BSV залистился на Binance. Что же это нам дает, как пользователям? Во-первых, те, кто закупал BSV до листинга, смогли залутать довольно много денег. Листинг очень сильно пампнул цену токена с 69 центов до 1 доллара 19 центов за токен. До листинга и после листинга цена взлетела чуть ли не в два раза. 2 апреля он уже имел максимальную стоимость 2 доллара с копейками. Он довольно стабильно держался на отметке около 1,5 доллара за штуку. Сейчас же он находится на отметке 1 доллар 18 центов и периодически растет и падает. Что хорошо, с листингом появилась возможность стейкать BSV под хороший процент на Binance. И наоборот, на BSwap появился фиксированный стейкинг VBNB. Вместе с этим также увеличилось как количество держателей BSV, так и операция обмена BSV на BNB. И наоборот, что отлично способствует сжиганию токена. Также Binance Labs вкладывали деньги в BSwap и думаю, что это не прекратится. Мы можем ожидать новых ивентов совместно с Binance. Я думаю, что со временем данный токен будет расти. Но, конечно, все это зависит от самих BSwap и их амбиций. BSV, как и BSwap, активно развиваются, а листинг на Binance дал огромный толчок к новым возможностям. А на этом все. Подписывайтесь на канал и Telegram, чтобы оставаться в курсе деятельности канала. Пишите комментарии, если остались вопросы, и, конечно, не забывайте поддерживать активность, чтобы помочь мне с продвижением ролика. Всем удачи!